Впервые за много лет победителем конкурса грантовых проектов Русского географического общества стала жительница Калмыкии. Руководитель регионального отделения Алексей Ванькаев поздравил Эллару Амакаеву. Ее проект «Три путешествия в Лхасу» члена Русского географического общества Авшен Арзунова на рубеже 19-20 веков «Тибет в объективе калмыцкого фотографа» был отмечен экспертами. Средства гранта пойдут на публикацию книги-альбома, также будет создан фильм о калмыцком исследователе Авшен Арзунове. В начале 20 века он был автором первой опубликованной фотографии священного города Лхасы. Тогда Тибет был закрытой страной, и попасть туда иностранцу было практически невозможно. Путешественнику удалось получить аудиенцию у Далай-ламы 13-го и сделать уникальные кадры города. Предстоит, конечно, огромная работа по сбору материала, по поиску, выявлению документов в архивах России, уточнению биографических данных и так далее. В процессе поэтапного выполнения работ по проекту ход его реализации будет освещаться в доступных средствах массовой информации нашей республики, а также на сайте Российского географического общества, Русского географического общества и его калмыцкого отделения, с которым мы работаем в тесном сотрудничестве.